человек всегда хотел быть красивым. И я также хочу быть красивым. И потеря конечности никак на мое желание не повлияла. То есть я не перестал хотеть быть красивым. И после протезирования в России у нас дают косметику вот такую на протез. Это поролон, он мнется, он шебуршится. Но из того, что было, мы сделали татуировку, да? Как минимум, это было более-менее красиво. Но со временем я понял, что нужно что-то делать более твердое, более надежное. И начал изучать интернет-ресурсы, листать страницы. И пришел к тому, что в России замене поролона нету. То есть, действительно, нормальной замене поролона нету. Есть просто силиконовые ноги, но это тоже не так красиво смотрится. Это все сделать для того, чтобы скрыть дефекты человека. А я, наоборот, хочу, чтобы эти открытые дефекты были красивыми, и чтобы люди смотрели на это и восхищались. В плане того, что какие они молодцы, что они не стесняются, что они делают себя еще лучше, да? Изучая интернет-ресурсы, я пришел к тому, что в России у нас купить, просто заказать эту вещь невозможно. То есть нету ее ни интернет-магазинов, ни каких-то других технологий, да. Начал изучать зарубежную практику и нашел сайт, где эти товары предлагаются приобрести. Они стоят от $300, но списавшись с менеджерами, они говорят: вы должны там прилететь, мы должны снять размеры, создать ее, а потом уже вы ее заберете. Но лететь в Америку ради того, чтобы купить косметику, это очень дорого будет, накладно и нецелесообразно. Тем более все, что нужно для этого, у нас здесь есть в России.